Расскажи, пожалуйста, что поменялось за время лечения в тебе? Во мне? Ну, я поменялся, улыбаться стал, да и самочувствие намного лучше, да не то, что намного, как новенький. Много поменялось еще, мировоззрение, все поменялось, не ожидал сам такого результата. Часто ребята приезжают, и они не верят, что нельзя убрать тягу из головы, нельзя убрать воспоминания об эйфории, о приходе так называемом. Как ты сейчас можешь сказать? Ты помнишь это все? Да, не, ну, тоже вначале так думал, что это. А ну, просто, ну, то, что убрать. Не думаешь об этом, да и все. Нету таких мыслей. Как оно? Приходы, какие приходы. Ну, все хорошо. Сам не ожидал. Не верил даже вначале, может. Вон ребята говорят, что я был как этот, сам по себе такой. Нет, совсем другой стал человек. А как ты сейчас вот оцениваешь ту жизнь, что было с тобой? Ну, очень плохо. Все отлаживалось на потом, из года в год, все дела, ну все, ну замкнутый круг. То сейчас по-другому, конечно. Закодировался и вообще уверенности и спокойствия придал он большого. Очень рад. Сейчас, ну, у тебя были периоды, когда и трезвое состояние да. было, да? Но вот за все годы употребления, вот те периоды трезвости и сейчас чем-то отличаются? Вот? Спокойствием отличается. Спокойствием. Именно спокойствие, что там, может, думал, что что-то будет, а сейчас я просто уверен, что все будет хорошо. Как в планах у тебя на будущее? Семья, какое-то хобби, гонки, думаю, ну, машину надо делать постепенно, не все сразу. Ну, думаю, терпение, и все получится, я думаю, у всех ребят, никто не ушел, все остались, все, открытые двери. И получается, я вижу, ребят, у меня получилось, у всех ребят получается. Это вопрос времени просто. Все, терпение.